Мегионцы вошли в число победителей Всероссийского патриотического фестиваля «Живая память». На открытый творческий конкурс со всей страны прислали более 3500 работ, посвященных юбилею Победы. Экспертное жюри во главе с народным артистом СССР Василием Лановым выбрали всего 17 победителей в нескольких номинациях. Среди лучших оказались работы Мегионской детской художественной школы. Ученики раннего эстетического воспитания, это дети 5-7 лет, вместе с преподавателем создали почти 3-минутный ролик, посвященный юбилею Победы. Еще одна работа из Мегиона стала лауреатом третьей степени.